Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Итак, ребят, все это время мы продолжаем проходить метро 2033 редакс. Итак, мы все еще в библиотеке, но уже ближе к архиву. Твою! Добро, подожди. Я что-то не понял. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядеть. Так, надо, блин, фильтр осталось на 4 минуты. Это очень мало. Что? Мартиник, все, успокойся, успокойся. Ну вообще они дебилы, я бы даже сказал, если на них смотреть. Так что... походу не зря было. Вот там был лут, а там было что-то не стачило. Ну я понял. Ну... я же мог, чтобы протереть стекло, ё-моё. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядеть. Я просто хотел повытать этот трупак. Хотел как упасть. Что ты делаешь? Я смотрю на тебя, бро. Блин, успокойся. Я тебя даже не видел, братан.
Чё? Ты чё? Ты больной? Хватит меня бить! Задолбал. Иди отсюда! Ну блин, я его не ожидал вообще. Увидел. Ты отрывал, да? Дурачок, что ли? Отстань от меня! Ты где вообще? Ты попал куда? Он должен опять полезть. К тебе подняться. А чё я не прыгаю? Чё за дьявольщина? Там, блин, фильтры. По-любому. Фиг с тобой.
А что я потерять ты не могу? А, похуй. Я туплю. Так, ну мне от него надо пробраться. Ладно, не паникую. Ну, нормально. Чего я жду, когда это наступит и все нормально будет. Пройду без прыжка. Распрыгну капитан. Спасибо, жизнь, ладно. Хорошо. Однако не стоит забывать, что у нас фильтров, сами знаете, у нас сколько осталось. Сори. Сори, что тебя разбудил, братан.
Так. Все. Финал. О, да. Но я не верю в виду, это конец локации уже, потому что у меня... Пока я другой, короче. Д6. Ебой. Я нашел планы Д6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Ух, не, ну это, конечно, было напряжно. Ладно, мне мы это сделали. Что ж, всем спасибо. А, не. Продолжаем. Ну что ж. Нас ждет Д6, я думаю, уже скоро, совсем скоро. Отбросил за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Давай. Конечно, прокатимся с музыкой. Мне бы фильтр прикупить. Я сам радистом раньше был. И после войны, на 23 секунды, когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Ну, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самое последнее. Почему церковь? Только это просто... Почему церковь? Только это просто старые каменные кладки, или бойцы Мельника думают, что эти стены будут для них лучше защиты, чем что-либо другое? Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, каждый день смотрит смерть в глаза, и должен был уже успеть привыкнуть к ней, нужно цепляться за небеса. Рейнджеры уже не говорят об этом вслух.
Но у многих я видел нательные крестики. От кого-то я слышал, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку и преисподняя оказалась на поверхности Земли, а людям пришлось прятаться в бывшем аду, поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем в старой церкви. Не знаю, но эти иконы и фрески, которыми расписана эта церковь, даже мне обрушали какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность, как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который мы сотворили, еще можно искупить свои грехи. Еще можно получить прощение. Ну что ж. Тогда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. Снял, да? В том числе атомные подлодки наши. А, да. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удары по ним. Никто не верил, что... А, теперь на две минуты. Больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у меня своя война была. У мельника. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать русских выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Мне бы фильтры. Ой, были. Как вспомнил. Привет, Артём! Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Нет еще, подожди. Пора собираться в дорогу, Артём. И познакомься с Владимиром. Мне как бы фильтры нужны. О, здрасте. Хан. Я всем обязан ему. Если бы не он, я остался бы гнить в туннеле с аномалиями. Я бы никогда не собрался до библиотеки. Если бы не он, мельник даже не стал бы меня слушать. Я не знаю толком, кто этот человек, да и человек ли он. Да, в путь меня отправил Хантер, но ведет меня по этому пути Хан. Странно, но и бойцы мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушиваются к бродячему философу и верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которые... которых больше некому задать. Чё? Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж... Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Хорошая речь. Мы поговорили с Ханом. Меня интересует, где можно взять фильтры эти гребаные. По идее, у меня патронов давно хватить. Но они по 20 штук стоят. Фильтр, так что хватит на несколько штук-то. Так, где спуститься можно? Я забыл. Я забыл, где спуститься. Хан, помоги. Дай сюда.
То ли путь закрыли, то ли я... А, вот. Ну, в общем, я не могу найти опять фильтры. А купить не у кого. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. А это, ребята, только тут один торговец, только я заметил. Одного торговца. И все. То есть тут... не торгуют фильтрами, или я невнимательно ищу. Ладно. Будь что будет. Пойдем наверх. К мельнику. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот. Дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Паршихан. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Подвалы старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Что это такое? Это было. Мы приближаемся.
Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Наверное, часть черная. У меня от этого места мурашки на коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Огнемёво? Я знал. Нас-то не может быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребят. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Огонь! Я не знаю, оставлять ли огнемёт, либо где-то тихать. Чёрт. Темно, как у негра. Ладно. Дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Весь мир не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так. Мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Сейчас, ребят, кто куда? Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортир очистить. Да, товарищ генералиссимус, так точно.
А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощёлкай выключателями. Подожди, пощёлкай выключателями, я хочу найти парочку тут. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Ладно, тут, походу, ничего нет. А я что делаю, по-твоему? Выключатель не работает. О! И фильтры прибавились. Нет. И ключа от чего-то. Ну-ка еще раз, ну ладно, на самом деле не работает или что? Может, я просто это плохо обыскал? Ничего, здесь тоже ничего. Чего-то я не пойму. Ладно. Вот эта штуковина. Я что-то побродил еще. Вот тут. Точно, заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А, темно, и Б, страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение, это сама субстанция. И я в нём вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Боже! Вон! Вон! Ай, блин, я Тюнгелар забыл. Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Вот тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток! Вон они!
всех в преисподнюю. Еще один шаг гороховый. Как его подходил, они активен был. Ублюдки косорылые! Боря, памятью твоей клянусь, не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Куда фильтра? Яхти. Ульман, проверь. Че, что сразу, Ульман? Несправедливо. Все чисто, заходим. Ну, у нас тут фильтр должен быть. По-любому. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее.
и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы упыри! Разнюхали нас снова! Осторожнее! Быстрее, к выходу! Проклятие, огонь! Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Людям пофигу. Давай посмотрим, что там. Норм. Так точно! Не-не-не-не, подожди. У меня хитров не хватает. Три, к выходу! Проклятие, огонь! Что должно быть жутко. Хитрами. Надо но у меня почему вот на той станции не было подобного? Твиттеры. Это плохо, это очень плохо. Ну, короче, я не знаю, что делать тебе. Три, к выходу! А тут у нас что? Бронированная дверь. Посмотрим. Ладно. Мне кажется, он не... Давай посмотрим, что там. Так точно!
Но на той станции нельзя было приобрести. На последней безопасной зоне нельзя было приобрести. Артём, посмотри комнату, живо. О, посмотри комнату, которая, да? Не хватает кислороду. Чё? Не понял сейчас прикола. Я берусь пикер газа сейчас, ребят. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Че, серьезно, он без противогаза? Тут дышать можно? Или так просто? Дышать можно, я не пойму. Не, ну по сути, должны были быть места, где провести можно было. Ну что, ладно. Не, ну мне повезло, знаешь. Ну, без противогаза бы не стали. Он остался. Мне кажется, я просто повезло, потому что... Иначе бы вы не продолжили как сюжет. Жарь уши надо задолбал. Потечку, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! И без противогаза тоже плохо, ребят.
Хотя какой-то обеспечен поехать и будет без питьевого газа. Так. Ребята, жарпей. Хороший же, но это не пауки, я хватит его. Просто жаль. У меня, конечно, не мертвые. Меня не надоели, серьезно. Катал токсином. Блин, почему тут нету фильтров? Почему мне фильтры не выпали? Задолбали. По идее должны были. Мне насыпать хоть немножко фильтров. О! Но в этом сейфе нету фильтров. Идеально. Есть дофига валюты, но нету фильтров. Ладно, будем подыхать. Шкат.
Пока ему норм. Ну и повезло, блядь. Хватит уже. Все, один понял. Да блин, хорош. Так, все. Давай, подходи. Всё. Это бесит уже. Сколько тебе в ярик можно? Патроны для огнемёта. Но не фильтры. Да не, нельзя. Противологично. Да твою. То ли это баг? Кстати, то, что он не раздыхает. То ли... Мне просто повезло, и здесь можно дышать. Я не понимаю, куда идти дальше. Опа. Так, я слышал байки о том, что метростроевцы не были первыми, кто жил в бобурой московской земле, ходы и убежища. Тайные ходы и галереи были устроены для, под городом еще при первых русских царях. Но те мастера, которые строили эти катакомбы, натыкались на пещеры и лазы, все уже древние, вырытые, неизвестные, как ни, кем они, ведь когда.
Лагерь примерно в 3-4 тысячелетия назад, оставив после себя только идущие из ниоткуда в никуда бесконечные коридоры. И вот, сотни после поколения спустя, теперь я последний человек, ступая осторожно по своим следам и в никуда и ниоткуда. Так. Ой-ой. Я уже сюда не полезу. Ну, воду я имею в виду. Фильтры. Фильтры. Фильтров нет. Окей. Артём! Сюда! Фильтры дайте! Слава богу. Живой все-таки. Степана убили. Стёпу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Да, ну от этого фильтра прилетает. Что за... Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Так, ребят, продолжаем. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали свои жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Ну что ж, ребят, давайте на этом с вами закончим и продолжим уже в следующей серии. И что ж, всем спасибо, всем пока.